Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру противостояние 3D перезагрузка. И у нас вторая часть операции застава. Итак, это уже вторая часть. В первой части мы занимались обороной вот этого населенного пункта. На нас перли многочисленные силы противников, в числе которых были духи, лица арабской национальностей, а также регулярные войска америкосов со своей бронетехникой и артиллерией. Но я артоводов убил, бронетехнику также убил. В результате чего одна вот здесь стоит, вторая вот тут вот, третья вот здесь где-то установлена, вот здесь вот это. Четвертая. Короче, бронетехника убита, также вся пехота америкосов также легла. А у нас потери в данный момент полностью отсутствуют. Ну да ладно. Теперь переходим ко второй части нашей операции. А именно, нужно, как я помню, сопроводить вот этот вот отряд в направлении города. По крайней мере, я так помню. Ждем приказа. Так что давайте. Все вы загружайтесь. Оружие в полном порядке. Так, давайте, давайте. Мы на месте. Раз-два, раз-два. Загружайтесь. Мы на месте. Так, дальше. В горах могут быть и еще куча народу. Уже в пути. Так что давайте, выгружайтесь. И взлетаем. Подтверждаю. Все, давайте. Патронов нам тут хватает. Сейчас он просто возьмет, пролетит вот над всеми этими горами и проверит, где есть противники, где их нету, если они будут, то он их уничтожит своим пулеметчиком. Все, давайте приступим. Так, ладно. Надо, правда, помнить, что у нас вертолет в плохом состоянии, и ему особо под огнем находиться нельзя. Уже в пути. Так что давайте подлетим сюда. Ракеты использовать можно. Захожу на цель. Все, стреляйте. Боевом. О, нахрен, стреляет нахрен, гаденыш. Ни хрена себе, как ты. Все, убили, наконец-то. Теперь давайте вот сюда подлетайте, и сейчас же добьем уже вот этих остатков. Те, кто уже к нам вреда причинить не сможет. Расчет пулемета ДШК и Талибан. Снайпер, точнее. Да в курсе, у тебя уже куча народу уже убита. Все, молодец. Теперь давай же вот здесь разбирайся. КТ расчет. Так, это что у нас такое? Снайперы. Лучше давай-ка мы вот с этим разберемся уже потом. Давай вот с этим разберись. Так, молодец, все. Еще один заходит. Да все, можешь улетать уже.
Первую партию мы уже выполнили. Вылетаем. Потом там пехота уже сама разберется. Подтверждаю. Так что давайте уже давать подгоним ее туда. На связи. Например, вот кто этим займется. Пускай займется этим какой-то-нибудь. Граница на замке. Хорошо подготовленный. Например, вот где у нас тут? У нас же, кажется, готовы. Были пограничники. Как с тремя экипажем. Точнее этими. Готовы. Так, вот они, окей. Вот, пускай они этим и за ним займутся. Так точно. Подбегает вот сюда вот. И разбирается уже. Все, давайте вертолет летит дальше. Тут еще... Ми-8 под обстрелом. Ми-8 на связь. Дипономат, два улетай быстро, у тебя здоровья и так нету. Выполняю. Насчет миномета. Снайперы. Так, ладно. Давайте я все-таки... Да, улетай тут, оттуда лучше. Потому что кто знает. Может там еще один. Принял. Какой-нибудь пулеметчик захочет. Враг не пройдет. Так, окей. А вы, к примеру, подбегаете вот сюда. Вот и давайте забирайте вот это здание. Давайте. Нет. Выполняем. Тыкнул вам, чтобы вы это работали. А теперь давайте будем разбираться уже здесь. Коробочка на связи! Так, давайте вы высаживайтесь и... Выдвигаемся! Первым делом пойдем... Не, отмена нах... Вернуться. Поехали! Мы на месте! К примеру, вот вы давайте пойдете. Раз-два. Пулеметчики. Пускай отправляются. На позиции! Вот вы также давайте. Десант на связи. Все, давайте, вот вы все побежали. Готовность номер раз. Да, вы молодцы. Так, давайте, побежали. Раз-два. Проверка связи. Взяли все дружно. ПТ-расчет пока оставили. И давайте выберем что-нибудь. Рассредоточиться. И побежали. Гвардия, вперед! Все, давайте. Разберемся с противником. Так, тут у нас пока уже все, подошли. Я подкрепление. Граница на замке. Ни хрена, если они там охраняют, тут стараются. Выполняем. Все, молодцы. Эту часть задания мы выполнили. Больше здесь нам никто не может указывать, что делать. Так, что у нас тут? ПТ-расчет. Все, нету ПТ-расчета. Идем дальше. Никто, кроме нас! Так, побежали. Проверите. Территорию дальше. Быстрее, мужики! Ждем приказа. Да, знаю, вы вроде как бы новички с прямыми полосками, но, блин, это нам не... Сейчас у нас других вариантов нету. Так, стоп, у нас же ПТ-расчет уже все же, да? ПМД на связи!
Давайте попробуем вот этих вот отобрать. И он сейчас все сделает. Все, давайте поработаем. Дальность, надеюсь, у вас хорошая будет. Да, у вас нормальная будет. Все, давайте. Разбирайтесь вот с этим. У вас гранат много. Быстро убьете. Все, прибыли. Так, ладно, окей. Окей, хорошо. Сейчас, значит, сейчас эти пограничники пойдут дальше. На связи. Готовы. Враг не пройдет. Да, согласен с этим, что не пройдет. Готовы. Ну уж постарайтесь. Да, выделись ты уже, говнюк. Уже идем. Давайте, давайте. Скорее всего. Вот здесь вот противник будет, и, блин, его убить будет сложновато. А чтобы его захватить, нам нужно что-нибудь маленький отряд. Граница на замке. К примеру, вот три человека. Что у нас там? Враг не пройдет. Проблема какая была? А, вот здесь была проблема, да? На связи. Ну, ладно, окей, идем дальше. Потопали отсюда, мужики. Давайте. Сейчас еще ближе подойдем. Кстати, эти могут тоже. Оружие в полном порядке. Так, давайте, запрыгивайте. И поехали. На приеме. Выполняю. Все, давайте, поехали. Коробочка на связи. К бою готовы. По крайней мере, сейчас там очень более-менее, но безопасно. К бою готовы. Так что давайте, поехали. Выдвигайтесь вот сюда вот. А эти еще ближе. Действуем. Готовы. Так, окей. Так точно. Задача вот это. Здесь вот это занять. Закончится типа есть. Пакистанские снайперы. Расчет миномета. Раз, два, раз, два. Проверка. Ну что сейчас убьется. Я коробочка! Огонь на поражение! Да? Враг не пройдет. Тут все тоже проблема решена. Пехота под огнем! Да, там тоже все окей. Да, так, никто кроме нас! На приеме! На! Выполняю! Все, давайте, решайте эту проблему и езжаем дальше. Интересно, а туда что у нас это... Что-то уезжало. ПМД на связи! Так, давай-ка ты вот туда возьмешь и проедешь туда. Ух ты, это вот защитное укрепление. Как-то больше места вмещает, чем то. На приеме! Ну, что встали-то? Я хочу посмотреть, что вот здесь дорога-то ведет куда? В тупик, что ли? Или никуда, просто дорога вела и все. Вела, да и вела. Задача ясна! Ну ладно, окей. Все, давайте, я дальше дорога чистая. Выходим! Раз, два, так что раз, давайте, два. Садитесь. Отставить разговор. И... Никто кроме нас! Поехали! Слушаюсь! Мы на месте! На связи! ПМД на связи! Выполняю! Так, все, давайте, давайте! ПМД на связи!
Готовьтесь к выходу. Новая задача? Так точно. На, все, все готовы. На приеме. Все, абсолютно все. На связи. Ну окей, все, поехали. Выдвигаемся. Куда-нибудь вот сюда вот. Куда вот? Да вот сюда, давайте выезжать и все. А там уже решим, куда дальше. Все, давайте там. Езжайте по этому горному, горной дороге. А там уже будете сами решать. Так, молодцы, да молодцы, поодиночке, никому не мешайте, все окей. Торопиться никуда не надо. Давайте, давайте. Там наши люди уже ждут. И, кстати, пускай они уже все же могут уже садиться. Где наша техника? По машинам. Мы готовы, командир. Есть оставить разговоры. Так, где еще машинка была? Вот тут есть еще одна, да? Никак нет. Еще один БТР вот там был, вот здесь стоит. Так, ладно, ждем. Ждем еще раз. Еще немного подождем. Наконец-то десантники прибыли, ура. Да вы тут особо не это тут. На приеме. Так, ладно. Давайте при... Все же, да? Задание выполнено. Ну окей, хорошо. Вот мы вторую часть выполнили. Да, эта серия оказалась вообще короткой. Совсем короткой. Ну да ладно. Ну, да, вот на этом давайте мы и закончим. Так что давайте прощаться. Длительность на 43 минуты. Убитой вражеской пехоты 185, что очень много, и 6 вражеской техники убито, 5 человек также мы, это же мы потеряли. Ну да, при таком штурме сделать нулевые потери, это, блин, ну очень сложно было. Я сделал максимум. Так что все окей. Что, нажимаем завершить? Все, теперь следующее задание, операция «Позывной Каспий». Вот так вот выглядит карта. Обнаружить упавший вертолет. Вывести генерала и оставных бойцов с упавшего вертолета в зону эвакуации развалины крепости Кала и Вомар и обеспечить безопасную эвакуацию. Короче, все понятно, все окей. Но этим мы уже займемся уже в следующей серии. Я думал, что эта серия будет немного подольше, но увы, так получилось. Ну ладно, давайте прощаться. С вами был Виктор. Всем пока.